Вот так наши соседи с участка 64/1, СНТ Марушкина 92, владелец Сапоненко Раиса Петровна, умертвили и повесили птицу. И вот мы теперь на нее все любуемся. Прям сделали виселицу. Птица начала разбухать. Естественно, появились мухи. Запах скоро, видимо, пойдет. Вон прям ленточка явно красная. Кровь, значит, текла у нее с ноги. Бедная птичка. Вот. Внучек не могу привозить на дачу. Внучке 5 лет. Не смогу и никак объяснить, что это за такая птица висит и что с ней произошло. С владельцами участка Сапонька Раисы Петровны связались. Из СНТ связывались. Сначала она сказала, что таким образом отпугивают других птиц. Вот. А потом вообще перестала брать трубку. Я связалась с ней по WhatsApp. Она просто посмеялась фактически над и моими переживаниями, и страданиями. Вот. Так что вот большая просьба редакции помочь в решении проблемы. Вот. И чтобы птицу сняли. И чтобы в итоге, ну, больше люди так не поступали.